привет! Это у нас 33-я часть The Sims 4 Психушка. Всем приятного просмотра! С вами Катя и всем приятного аппетита! Вот так, у Максима мы повышаем общение. Надо бы славу у него маленько повысить. Повышаем славу. Заходим у нас. Так, редкости попродаем. Да. Так, это что у нас? Капсула. Ага. Открываем. Все отлично. О, такие мы. Так, это у нас... Что это у нас такое? Шеф-повар Джуна. А это у нас... На Грута похоже маленького, да? Это Гонг. О, отлично. Давайте попадаем это все. Так. Отлично. Что, урожай можно собрать? Нет, урожая у нас нету. Так. Собрать весь урожай. Так, собираем урожай. Так, собираем грибочки. Так, собрать весь урожай. Собрать весь урожай грибов. Так, что у нас там дальше? Так. Что у нас там дальше есть? Так, повысили мы уровень до 3 уровня. Так, это кто-то там идет, у нас гуляет. Агнес. Агнес у нас гуляет. Так. Где у нас тут что-нибудь? Еще что-нибудь можно здесь поделать? О, львиный зев собрать весь. Так, собираем львиный зев. По-моему, было лягушек искать. Что-то я эту карагу не вижу. Все? Нет караги? Пересобирали мы лягушек? Походу, пересобирали. Так. Собрать весь урожай. Здесь тоже собираем урожай. Так, ага. Это нельзя собрать. Лягушек я не вижу. На эту карагу с лягушками я не вижу, извиняюсь. Не вижу я ее. Угу. Так. Ой, что-то не хочу я их садить, короче. Давайте продадим их. Попродаем, не хочу их садить. Сами мне когда этим заниматься, что-то я смотрю, психи наши тоже не горят желанием заниматься этим. Потому что я и буду продавать. Так, клубничку сюда. Морковку сюда. Грибочки сюда. А цветочки на продажу. Продаем. Все, отлично. Все, продали цветы. Так, давай, Максимка. А, что там у тебя по этой? Ага. Знаешь, можно половить рыбалочку. Половить рыбку. Давай, отправляйся на рыбалку. Нифига филонить. Все отлично. Так, Максимка у нас занимается рыбалочкой. Так, давайте наших психов хоть посмотрим, чем они там занимаются. Екатерина у нас чуть-чуть встала около мольберта и стоит. Никто из них не додумался рисовать. Никто. И что у тебя за дискомфорт? Фу, какая гадость тебе. Тебе что, не нравится рыбная ловля? Ладно. Ладно, все, не рыбачь. Ладно, хорошо, не будешь рыбачить ты у меня. И давай, наверное, пообщайся и потом попиши роман. Писать. Написать книгу определенного жанра.
Отличная картина, рассылать посты в интернете. Что еще от жизни надо? Максим получил 12 подписчиков, и теперь у него в общей сложности 36 подписчиков. О, поздравляю. Так, писать. Давайте документальный роман. Пускай пишет документальный роман. Раз тебе рыбная ловля так не нравится. Я что-то у тебя с сообщением не очень. Ну ладно, попиши роман, потом спать. Лиса из из парка Горького. А, нормально, пойдет. Все, сейчас попишешь. И спать я тебя отправлю. А, пообщаться можно и на работе, если что. Что у нас там? Дописываешь, не дописываешь? О, до 7 уровня навык типа прокачал. Отлично. Что, ты книгу не дописал еще? Не дописал. Ладно, пиши. Так, а у нас, ты у нас спать, да, пошел? Не кушать? Ну, ладно, в принципе, можно и поспать. Давай, спи, потом кушать пойдешь. Ты же книгу, а ты книгу, кстати, дописал, не дописал? Ладно, потом проверю. Давай, спи. Так, Лиса у нас к работе приступит через час. Так, Екатерина тоже. Лоложа тоже. О, Сонька тоже. Все, короче, у нас на работу отправляются. Отправляйся, отправляйся, конечно. Тоже без этого. Все. Все наши психи отправились на работу. Остался у нас только Макс. А, ладно, пройдем мимо. Это тоже пройдем, не хочу. Так. Ух, как у нас с питанием и с естественной нуждой плохо. Ладно, давай все. Иди. Давай, давай, иди. Блин, сейчас опискается. Так, и покушать, да, надо? Так. Готовить. Что у нас тут? Что нам тут нужно? Фруктовый салат. Ну давайте фруктовый салат сделаем. Все. Делай фруктовый салат. Ой, по-моему, я на торт нажала. Нет, не хочу я печь торт. Так, готовить.
фруктовый салат. Так. Ну ладно, давайте для семьи приготовим. Мы не жадные. Сердитый? На что ты сердитый? Дискомфорт. Голод. А, ты что, голодный? Ну, сейчас приготовишь и все. И будешь сытый. Ага, общения не хватает ему. Сейчас, не переживай, сейчас будешь. По телефону пообщаешься. Все, Акахи у нас с работы приезжает, Лола же тоже с работы. Так, Макс у нас готовит. Ладно, давайте, наверное, оставим Макса, пускай он готовит. Потом, если что, в следующей серии он у нас заготовит. Это была 33-я часть за 74 психушка. С вами была Катя. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.